есть уже 12 лет назад. 12 лет назад не стало моего отца. И, ну, в общем, это был такой первый случай моего столкновения, реального столкновения со смертью, когда я, в общем-то, так скажем, увидел поверженного человека. Не как это обычно бывает в, так сказать, при похоронах, а это бывает, ну вот, в реальности. И потом произошли разные ситуации нехорошие, связанные с тем, что, ну, банальные такие житейские ситуации, когда родственники кидают, в общем-то, когда его родственники, в общем, ограбили его квартиру, которая, как бы, ну, в общем-то, нам с сестрой была, как бы, ну, и завещана, и все остальное, да, в частности, музыкальное оборудование и прочее. А до этого они очень так рьяно ходили в церковь, носили черные платочки, плакали, там, говорили, что вот, все здесь ваше, и так далее, и тому подобное. И вот под этими впечатлениями я написал песню, которую я спел, ну, на «Даче событиях». Я пел это, по-моему, один раз очень давно, это было на еще когда Мария Фроловская, которая меня сюда привела, устраивала фестиваль Башлачева, по-моему, самый первый, когда она делала это в библиотеке, если Дмитрий помнит. Вот. И песня называется «Вот так и помним».